Когда боевым приемом женщин могут позавидовать даже мужчины. Накануне в ресторане «Клюква» крепко повздорили две нетрезвые дамы. На кадрах видно, как разгоряченных смутьянок пробуют усмирить их спутники. Однако унять гражданочек не получается. Возможно, от этой истории остались бы одни воспоминания да синяки, если бы ее участницы не пошли дальше. Камера зафиксировала, что в разгар битвы одна из женщин обронила кошелек, а вторая не только прикарманила его, но еще и умудрилась довольно быстро спустить все содержимое. В итоге побитая и обчищенная оренбурженка 25 лет обратилась в полицию. Люди в форме по горячим следам задержали нечистую на руку, за которой, как выяснилось, и прежде водились подобные проступки. По данному факту отделом дознания отдела полиции номер 1 возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса. Подозреваемый избрана мера пресечения заключения под стражу.